Всем-всем-всем доброго времени суток. Сегодня у нас пример от подписчика. Нужно решить данный пример методом группировки. Это, как я понял, 7 класс. 4,2 умноженные на 6,2 минус 3,6 умноженные на 1/3 плюс 4,5 умноженные на 6,2 минус 1/3 умноженные на 5,4. Для начала нам нужно сгруппировать. Попробуем сгруппировать первое и третье, потому что здесь встречается 6,2 и второе и четвертое. Давайте начнем. 4,2 умножаем на 6,2 плюс 4,5 умножаем на 6,2 минус, я вынесу минус за скобку, тогда у меня получится 3,6 умноженное на 1/3 плюс 1/3, так как я минус вынес, умноженное на 5,4. Скобку закрываем. Из первой скобки выносим 6,2, так как он встречается и в первом, и во втором. Из второй скобки выносим 1/3. 6,2. В скобке остается 4,2 плюс 4,5 минус, выношу 1/3. В скобке остается у нас 3,6 плюс 5,4. Первая скобка у нас дает 9 в сумме, потому что 4 плюс 4 это 8, а 2/7 плюс 5/7 это 1. 9. Вторая скобка у меня тоже дает 9. 3,6 плюс 5,4 в сумме тоже 9. Тогда мы получаем 6,2 умножаем на 9 минус 1/3 умножаем тоже на 9. Выносим общий множитель. Это 9 за скобку. Тогда у меня в скобке остается 6,2 минус 1/3. Мы получаем 9 умноженное на 6,1/3 равно, приводим неправильную дробь, 9 умножаем на 19/3, 9 и 3 сокращаем, получается 3, 3 умножаем на 19, получаем 57. Понравилось видео? Ставьте лайк, подписывайтесь на канал, не забываем нажать на колокольчик.